Предлагаю приготовить салат из крабового мяса по ГОСТу. Получается он довольно сытным и вкусным. Поэтому его смело можно приготовить на обед или на праздничный стол. Гостям он точно понравится. Для приготовления такого салата лучше всего использовать качественное крабовое мясо. Заправлять салат можно не только майонезом, но и сметаной. Рис подойдет круглый или длинный, его можно отварить заранее. Огурец, 1 штука, свежий. Яйцо, 1 штука. Крабовое мясо, 100 грамм. Рис, 50 грамм. Майонез, 0,5-1 столовые ложки. Количество порций, 1. Подготовьте ингредиенты по списку. Куриное яйцо отварите, очистите и нарежьте кубиками. Свежий огурец вымойте, срежьте края с двух сторон. Нарежьте овощ кубиками. Нарежьте крабовое мясо. Выложите все нарезанные ингредиенты в миску. Рис отварите, остудите и добавьте в миску. Добавьте майонез. Перемешайте. Салат из крабовых палочек по ГОСТу готов. Приятного аппетита!